Сегодня здесь присутствует моя семья, мамочка, мои детки присутствуют здесь. Смотрят на папу. Где же папа пропадает на гастролях? Сегодня здесь мои друзья, мои коллеги. Сегодня здесь Николай Басков, я знаю, здесь Коля Басков. Сегодня здесь Филипп Киркоров. Николай Басков, Филипп Киркоров, я думал, он может. Во-первых, нам приятно, что мы не покупали билеты. Во-вторых, Киркоров купил дорогой букет, я подешевле, потому что все-таки я не имею права, когда примадон, чтобы на одном уровне это было. Серега, ты блистательный артист. Ты потрясающий певец, музыкант, танцор. Эти аплодисменты, это невероятная мощь того, что ты за эти годы шел к чему. Это безраздельная к тебе, безграничная просто любовь всего зала. Это радость, прежде всего. Давайте маме поаплодируем, друзья. Потому что для мамы это самое большое счастье, самая большая гордость. И самое главное, спасибо, что ты, правда, ты немножко льешь. Филипп специально, да, принес, чтобы сейчас певец облился весь. Дальше концерт не прошел как надо. Наконец, да, я скажу, поэтому до конца. Во-вторых, это один из потрясающих экспертов нашего шоу «Ну-ка все вместе». Человек, обладающий невероятной харизмой, талантом. Серега, мы тебя любим, и мы очень счастливы, что сегодня ты абсолютно счастлив со своей аудиторией. Ну давай, жги! А я горжусь тем, что вот Коля сказал про потрясающий проект «А ну-ка все вместе», а я горжусь тем, что ты стал победителем потрясающего шоу «Маска». До последнего! Я думал, что там Стоцкая, я думал, что там кто угодно, но только, но когда ты снял маску и там оказался ты, братишка, я горжусь. Я горжусь тем, что два раза практически подряд ты попадал в яблочко и становился лауреатом и практически в шаге от победы. Первый раз у нас украли на Евровидении победы. Все это знают, что победителем был именно ты. Ты тогда победил. Вся Европа проголосовала за тебя, за твою песню, за нашу песню. И тем не менее ты нашел себе силы и повторил успех того года. Но снова что-то было, вы сами знаете, в какое время непростое мы живем, но страна гордится тобой, потому что ты так достойно представил Россию на главной музыкальной олимпиаде. Я горжусь тобой, спасибо за потрясающие эмоции. Мы пошли смотреть дальше. А вам прекрасного вечера сегодня с этим потрясающим артистом.